cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. Вот такой вот Bearcat White Track 650. Сейчас будем восстанавливать, пробовать заводить. Потом Polaris 97 года, шторм, Indie Storm. Будем сейчас пробовать разбирать. 2003 года стоят. Выявили причину неисправности. Оказался бензонасос, фильтр топливный мертвый, просто коричневого цвета. Насос на оригинальный, на Articat, стоит 14 тысяч. Я купил насос от Лада Калина, разобрал его, поставил, и у нас все заработало. Поставил фильтр тонкой очистки, можно проверять.